вашего земляка прочтет Мария Горлевская. Боря! В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком. Красивый, лет 27, но разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал: «Привет, привет!» Многие, кто лежал тут не первый раз, знали этого парня. Боря живет у базара с отцом и матерью. В воскресные дни, когда на базаре народу много, открывает окна и лает на людей. Не зло лает, весело. Он вообще добрый. Привет, Боря, привет. Ты зачем сюда? Чего опять натворил? Няня, устраивая Боре постель, рассказывает. Матерью с отцом разогнал наш Боря. Ты что же это, Боря? Мать с отцом побил? Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой. Пусть и не будет, не будет, не будет. Больше не будет. За что он их розы не купил? Стал просить матери, купи ему розу, и все. Ложись теперь и лежи, не будь. А мама, идиот! Пугается Боря, когда няня уходит. Мама придет, придет, успокаивают его больные. Сам разогнал, а теперь мама. В палате стало несколько оживленнее. Я заметил, с дурачками много интереснее, легче, чем с каким-нибудь умницей. Из которого из головы не идет, что он умница. А еще с дурачками всегда хочется пофилософствовать. Чтобы не философствовать в конце, скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил наблюдение за Богом. Я думаю, что же жизнь? Комедия или тихая, жуткая трагедия? Где все мы, от Наполеона до Бори, неуклюжие, вызывающие жалость актеры. Но ведь скажут, не жалеть надо человека, а уважать. Но это ведь от неудобной, весьма горделивой позы. Ведь уважение – это дело наживное, приходит с культуры. А жалость это выше нас, мудрее наших библиотек. Мать, самая уважаемая, что не есть на земле. Она любит свое дитя, жалеет, хочет ему добра. Много всякого, но всю свою жизнь жалеет. Отними-ка у нее жалость. Оставь ей высшее образование, умение воспитывать. Оставь ей все, но отними жалость. И жизнь в 3 недели превратится во всесветлый бардак. Отчего народ поднимается, когда на пороге враг? От того, что все жалко. Всех матерей, детей, родную землю. Жалко. Все. Мария Горлевская, ваши аплодисменты. Мария, конечно же, не диплом от молодежного движения.